Только что обратил внимание, то что, собственно, да, это голова этого червяка дохлого, который тут выпрыгивает постоянно. Смотрите, какая она здоровая-то. Мне кажется, это намного больше, чем те, которые прыгают. Но все равно. Прикольно. Ох, решила прогуляться, короче, в шахту. Самую первую. И смотрите, что я здесь нашел. Я и не знал. Две целых штуки вот этой вот хрени. Две. Ой, слов у меня нет. Ну ладно. Меня интересует немножечко другое. Так, водички давайте на конем. Морковки скушаем. Так, все, сдохло. Это ты еще один был. Так, литриум. Алюминий, кобальт, да? Карбон, точнее. Нет, это мне все не нужно. Ну, нашел, конечно, не то, что ожидал. Да, чувствую, за редкими ресурсами придется мне все-таки здесь повыкобеливаться. Интересно, я эту хрень могу разобрать? Не могу. Ну, вот нашел здесь две штуки. Понятно, зачем эта миссия нужна была. Но все ж таки ладно. Я как-то и без них обошелся. Собственно, толку-то от них на самом деле нет никакого. Да пошел ты. Патрушки заберу, пожалуй. Ну да, здесь больше делать нечего. Уех. Что ж, друзья, более-менее я тут смог найти достаточное количество спутников, чтобы возможность была хоть что-то построить. Так, давай сразу собираемся. Побегал я здесь очень долго. Так, здесь все взял. Здесь, здесь, здесь. Так, мне нужен пластик. Так, сейчас все вообще буду брать. То, что плохо смотрится. Батареи, электроника. Электроника, где у меня, блин? Я не профукал все шмотки, было бы все намного проще. Ну тут сейчас придется, конечно, выпендриваться по-сильному. Так, вроде должно хватить. В общем-то, я так подумал, прикинул. И, все-таки, доделал фулфабрикатор и понял, что здесь все немножко сложнее, чем я думал. То есть на спейсшип мне еще нужны стальные пластины и плутониум. Отлично. Могу построить спейсшип, надеюсь, будет уже как-то с ним попроще. Плутониум, стальные пластины. Блин, они у меня есть вообще? Вроде их делал. У нас тут литриум. Где у меня пластинки-то эти стальные? Плутониум, лады. Где вы мелкие?
Стальные пластины. Неужели нет? Серьезно, что ли? Блин, должны быть. Ага. Походу, натуре нету. Да. Огорчает. А что же я... На что их потратил? Блин, вроде делал же запас специально. Слушай, на что-то реально их потратил. Хотелось бы знать на что, но увы. Это я узнаю потом. Хорошо. Ой, ресурсики пособирал. Восстановил свою потерянную гордость, так сказать. Так, здесь у нас что? Так, ну порядок. Ага. Там вроде не сильно много нужно было пластин, или больше нужно было. Сейчас до десяточки дойдем. Короче, пошли посмотрим. Надеюсь, на него топливо не нужно будет, иначе я вообще охренею. Он, по идее, там плутониум нужен, так что топливо должно быть в комплекте. Бесконечное желательно, блин. Хэви класс. Ой, слушай, какая интересная фиговинка. То здесь есть еще и боевой кораблик. Что? То есть мне какие-то скиллы, походу, надо изучить. Серьезно? Ты, блин, игра, издеваешься надо мной. Ладно, пусть там бегает. Серьезно, какие скиллы-то мне надо изучить? Это уже какой-то мазохизм, слушай. Какие скиллы? А? Серьезно. Почти все изучено. Шилд генератор вряд ли. А, сейчас буду думать, слушай. А, хотя погоди, может мне нужно взять в руки вот эту вот хрень? Да нет, что-то не похоже. Овербайк сделать не могу, мне неохота бежать, как дураку фармить опять это все золото. Спейсшип. О, блин. Модно. Так, можно тут как-нибудь чего смотреть? Ага. Слушай, этот уже любопытней. Да тихо ты! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Хорошо, хоть он не разбивается. Учимся управлять космическим кораблем. Ага. Так, кажется, я этим сейчас научусь управлять. Вот в чем прикол, я понял. То
здесь без мышки надо управлять им. Так, ладно, давай сядем. Вот это управление, конечно. Слушай, я в своей жизни много видел честного идиотизма. Что за ем? Я что могу сделать? Б. Ну вот я нажимаю Б. А, он теперь нормально даже сесть может. Ух ты, ё-моё, слушай. Да пошел ты к дьяволу, а. Достал уже. Так, ладно, побежал я на базу. Сейчас пока разгружусь. Возьму с собой... не знаю, что-нибудь необходимое. Ну, к примеру, мне нужно необходимого. Ну, короче, я сейчас подумаю, что мне с собой вообще, в принципе, взять-то надо. Ну, во-первых, вот такую хрень, чтобы там построить. Аптечки будут нужны. Нужно сначала научиться летать и пролететь, наверное, кругу посмотреть. Да, точно. Так и сделаем. Разгружусь только. Ну что ж, я почти готов. Надеюсь, сейчас ночь. А хотя, если ночь наступит, выйду и зайду по новой. Изготовлю все сухпаи. Довольно-таки медленно не делаются. Хотя бы хавчик с собой был. Насчет воды. Блин, тут с водой вообще-то все сложно. Ее набрать-то можно, но набирается она хреновастенько, так сказать. Мягко выражаюсь. Сейчас надо попробовать научиться летать. Да, давай-ка я выйду. Потому что сейчас ночь опять ждать, пока ночь. Мне это уже надоело в корень. Сейчас как-то странно, я после того, как одел все модули на броньку, за мной что-то пауки начали бегать, не отставая. Это немного напрягает. Приходится там такими так петлять от них, что аж капец какой-то. За камень спрятаться, их за камень завести, чтобы они этот камень не могли перепрыгнуть, потом подождать, пока они перепрыгнут, и резко убегать от них в противоположную сторону, куда они прыгнули. Честно говоря, сплошной кошмар стал. С одной стороны прикольно, с другой стороны не очень. И приходится по ночам зачастую отбегать от своего домика, потому что пытаются уничтожить домик. Даже то, что вот хрень я построил, вот пытаются его уничтожить. Мне это не очень, честно говоря, нравится. Ну, покажи мою базу. Ну, ё-моё, нашла что показать. Горы, скалы. Пу! Текс. F сесть. Б. Open Inventory. Ага. Не Б, а G. Отлично. Значит, здесь можно еще инвентарь от своего тона положить. Вообще шикарно. Итак. Здесь у нас набор мощности. И полетели. Управление здесь очень странное. Если звук слишком громко, извиняюсь. Не, мышкой здесь вообще никак не управляешь. Придется с клавиатуры управлять. Давай,
немного энергию-то наперед. Погоди. А, вниз это вверх, вверх это низ. Долбаная, блин, инверсия. Давай пролетимся. Надо. Не, ну слушай, управляется он очень хорошо, но, блин, к этому надо привыкнуть. Очень неудобно. Ты привык, что мышкой сейчас везде управляешь. Тихо. Слушай, интересно его колбасить, я тебе скажу. Микрофон забил, извиняюсь. Вообще-то как бы космический корабль. Пошел ты нахрен, долбанный таракан. Стоял, ждал, да? Так, надо полетать, посмотреть места. Вообще-то мне спутники поискать. Не вот эти вот обглодыши. Ну ладно. Хотя бы с приземлением разобрались. Собственно, можно бегать даже ресы собирать теперь. Без особого вреда для здоровья. Я сейчас что-то... Погоди, а мышка что, тоже получается можно управлять? Нет, мышкой нельзя управлять. И за что я, простите, уровень получил? Скажите-ка мне, пожалуйста. Ну да, это, блин... А, ладно, что меня интересует в первую очередь? Во-первых, надо немного снизить скорость. То есть левым щелчком мыши вы даете газ. И когда газ достигает предела, вы просто летите вперед. Ну, правда, как я летаю, лучше не летать. Да, мне за штурвал лучше не пускать. Вообще-то вот эту всю территорию я и так оббегал, уже обтопал ножками. Мне интересно, если здесь что-то за пределами, то, может, где-то и не был. Короче, дело было к ночи, полетели в космос. Космос здесь так просто еще и не вылететь. Ага, и значит полный, он не один скелет, я смотрю. Ладно, давай попробуем вылететь, что я могу сказать-то. А, спейс, вот, вот. Можно я промолчу? Друзья, без комментариев. Так, о-о-о-о-о-о, астероидики, здравствуйте. Чё, закрылки не работают здесь, а почему? Я против.
Так, что у нас здесь вообще есть, в принципе, интересного такого? Слушайте, космонавт первый раз вышел в космос, а? Это мне начинает напоминать Space Engineers. Ох, да тут не одна планета, блин. Улетим на Татуин, буду плясать, как бабуин, стопэ. Я вот сейчас юмора не понял. А что это там такое здоровое? Блин, вид планеты, конечно, большой, но я что-то очень сомневаюсь, что там дальше что-то на планете еще есть где-то. Могу выйти? Нет, не могу. Я сейчас бы вышел. Так. Короче, полетели. Ну, давай на спутник вот этот вот. На него, интересно, можно залететь или нет, в принципе. А, максимальную скорость я уже достиг. Как-нибудь гипертускачок можно? Игра. Слушай, как спокойно-то, тихо. Не, ну спасибо, хоть реализовали тишину, но меня она немножко угнетает. Ну ладно, пока летим. Чего я могу сказать еще? Так, вот теперь выясняется пару забавных вещей. Вероятно, до спутника я долететь не смогу. Скорость снижается. А до какой планеты мне лететь? А, тут показано. То есть только одна планета, что ли? Да ё-моё. What the fuck? Ё, они только одну планету? За 2 года одну планету? Может, слушайте, может, планета полная реально. То есть здесь намного больше всего можно найти, чем я думаю. Блин, я вот что-то тоже в этом сомневаюсь. Ну, полетели вниз, что я могу сказать? Space, space. О, находим атмосферу. Фу! Не, ну хотя это красиво. Судя по всему, я тут сейчас еще разобьюсь, да? Воу-воу-воу! Что-то вижу, ё. Блин, какая хреновая здесь видимость, слушай. Да. Планета прям, блин, туманов. Место для посадки есть.
Нахрена мне обсидиан? Ладно, я промолчу. Пособираем. А, нет, корабль не повреждается, да и пофиг. Зачем я собираю обсидиан? Я даже не знаю рецепты, которые с кем он используется. С чем, блин? Фу. Ну ладно. Я, конечно, вижу, что игру развивают, но что-то кажется, это не то, что медленно, это... И реально мне 2 года назад играл, ребят. Кто? Фу, мелкие... Говноеды. Смотрю, живность здесь не слишком разнообразна. Так, ладно, давай побегаем здесь хотя бы. Vital stabilized. Я тебя и так понял. Я нашел обсидиана. А нафига он мне нужен? Вот вопрос у меня, конечно, хороший. Что-нибудь другое бы. Я вообще-то здесь как бы реально за другим прилетал. Если они так отделали целую планету, вот это было бы шикарно. Но если тут реально тупо какая-то, блин, область, ну это, я извиняюсь, друзья, ерунда будет. Знаете, чем отличается движок Unity от движка Unreal? На Unreal нельзя сделать генерируемые рандомно структуры. Fair dehydration detected. Это, к сожалению, самый большой минус этого движка. Я потерял свой корабль, а не тот нашел. Ну, высокая радиация, это хрен с ней. Так, заметил некоторые рессы. А посмотрим, что за реса. Что это мне это знакомо? Ладно. О, тунгстен, наконец-таки эта хрень попалась. Значит, я был прав. Его надо искать на другой, блин, планете. Вот остуй-то какой. Но мне нужны большие его залежи. А ты что, алюминий, что ли? Серьезно? Да, на другой планете не только алюминия, блядь. Ой, не хватает для полного счастья, простите. Так. Ну, планетка ничего. Правда, что-то ресурсов здесь... А нет, вот здесь побольше уже. Так, ну тунгстена я смогу насобирать добротно. Да, если найду где-нибудь залежи в нормальных количествах. Судя по всему, это не про это место. М.
Такс. Давай помедленнее немножко. Здесь тоже ничего не вижу такого шибко интересного пока что. Ладно, помедленнее возьмем стопы. Так, вот кое-что меня сейчас заинтересовало.